Миллиард в пользу государства. В мае 2020 года сотрудники экспортного контроля задержали 15 грузовых фур с незадекларированными товарами, более 10 наименований при попытке пересечения государственной границы на автомобильном пункте пропуска Сыры. Сегодня на одном из складов Уральска сотрудники налоговой службы вскрыли коробки с незаконным грузом. Мы находимся на складе, где расположены сотни коробок товара, которые пытались незаконно вывести через государственную границу в Российскую Федерацию. Среди незаконного товара – одежда, техника, обувь, косметика. Общий вес груза – 263 тонны. Машины с запрещенным грузом следовали из города Алматы. На пункте пропуска Сырым пограничниками были задержаны 15 грузовых машин. При досмотре грузовых отсеков фур были дополнительно обнаружены лекарственные средства, антисептики, средства индивидуальной защиты без товарно-сопроводительных документов. Водителями больших грузов были предоставлены документы некой фирмы «Сертранс». Было установлено, что данная фирма не имеет отношения к товару никакого, право собственности не заявляет. Более того, руководитель данного предприятия заявил, что товар нет, то есть не является грузоотправителем данного товара. Далее госрегистрация данного предприятия также была отменена. То есть в настоящее время это решение о признании государственной регистрации данного юридического лица имеет законную силу. Однако совместным усилием департамента, совместно с департаментом государственных доходов по городу Алматы, эти договора купли-продажи и договора перевозки были признаны недействительными. Необходимо отметить, что общая стоимость задержанных товаров, экспортируемых от имени компании «Сертранс», составила 1,3 миллиарда тенге. Альбина Кумаргалиева, Рустем Ищанов, Айдус Кисимов, телеканал «Акжаик».